Всем привет, друзья! Вы на канале Планета Земля, с вами Татьяна Панова. Я в Светлогорске. Наше путешествие по Балтийскому морю продолжается. Нам очень повезло с погодой. Уже несколько дней мы отдыхаем в Светлогорске. Это курортный маленький городок на побережье Балтийского моря. И нет дождя, на удивление. И мы целыми днями гуляем, ходим по городу. И сейчас вот пришли посмотреть церковь. Она была построена в 1700 каком-то там году. Сейчас точно посмотрим дату. Вот такая маленькая. Рядом церковная лавка. Город расположен на холмах. Чувствуются такие подъемы, потом спуски. Вот даже сейчас мы поднимались очень долго. А вот смотрите, главная лестница, главный вход вот в эту церковь. Церковь дважды была реставрирована. Ну, я ее называю церковь, потому что привыкла ходить в наши православные. А это кирха. Сейчас мы почитаем, когда она была реставрирована. Там памятник истории религиального оригинального назначения, кирха с 1907 года. Светлогорск, храм преподобного Серафима Саровского. Это уже памятник регионального значения. Весь утопает в зелени. Светлогорск. Такая красивая. Башенка, рядом колонна. Сейчас я хочу обойти ее, посмотреть ее со всех сторон. Вот она с красного кирпича. Немножко нужно будет спуститься сосны со всех сторон. Ой, какие шишечки маленькие. Так. Ну вот отсюда еще вид. Черепица еще немецкая. Вот еще видно. Черепица старая-старая. А вот уже кусочек новый отреставрировали. Ой, какой-то свежий воздух. Так, а что тут за памятник я нашла? Увидела. Рядом высотные дома. Ох, еще написано, по-видимому, на немецком. Так, нужно посмотреть. 1857 год. 16-е, 6-е. Значит, не в 1757, а, наверное, в 1857 была она построена. Опять подъем.
на макушке на куполе крест. Грибы растут. Это что за гриб? Вот, наступило. И вот еще грибы. Рядом церковная лавка. Где моя Вера? Наверное, она зашла уже в храм. Так, как поудобнее встать и сфотографировать ее. Так она не сфотографируется, да? Немножко сидит умница. Серафимушка. Это Вседержитель, рядом Богородица. Там сейчас дальше посмотрим. Это Николай Чудотворец. Серафим Саровский. Вот очень почитаемая. Петра и Феврония. Это икона для семьи. Мы отмечаем православный праздник 8 июля. День любви, семьи и верности. Георгий Победоносец. О, какая старая икона, старинная. Такое, даже не знаю, вот это, знаю. Непиваемая чаша.
Ну, сохранилось, представляешь? Сохранилось до наших дней. Много исторических зданий сохранилось, потому что здесь не было войны как таковой, как, например, у нас в Питере, да, ну, в Санкт-Петербурге или Подмосковье. Здесь отдыхали военные летчики немецкие. И когда 9 апреля три дня боролись за Калининград, то есть Кёнигсберг в 1945 году, и 9 апреля взяли Кёнигсберг, то немцы поняли, что все уже. И тихо, спокойно сдавали город Светлогорск. Еще раз пройдемся, посмотрим. Вот такая кирха. Ну вот на сайтах я читала 1757 году. Здесь камень, но на немецком языке 1857 году. Ну вот, значит, 1857 году. Ты куда? Сейчас мы точно узнаем. Точно узнаем. Храм святого преподобного Серафима Саровского. Бывшая кирха Раушина. Лютернанская кирха в городе Раушин была вот заложена в 1903 году на частные пожертвования. Освящена в 1907 году. Подлежит государственной охране, лица, причинившие вред объекту культурного наследия, несут в соответствии с законодательством. Ну, здесь написано, в 1903 году была заложена, да. Но это не так. Она существовала, эта кирха. Была, видимо, реконструкция. А вот есть реконструкция. Да, реконструкция была. Ты чувствуешь, как пахнет шишками? Да. Угу. Ветерок оттуда. Ну, по этой вот дороге, если мы спустимся вниз, мы туда попадем к озеру. Прогуляемся там вверх? Вот он весь в зелени утопает, и не видно этого храма.